Ну, нынешние власти в Украине больше напоминают все-таки мыльный пузырь, который все раздувается, раздувается, да, потому что, и в конечном итоге, я думаю, что он лопнет, потому что ничего серьезного за нынешними руководителями не стоит, в основном все, конечно, все это напоминает хаос, вот, хотелось бы соседям пожелать все-таки восстановить нормальную жизнь, которая была до Майдана, вот, когда у нас были две дружные страны. Сейчас, к сожалению, очень сильно все подорвано, но и прежде всего виноват в этом, я считаю, Украина.